Какая жесть. Для сокрова. Меня широ обогнал. Ну, ёбство, блин. Я два раза был в хаше так-то. Под бусты. Бля, повезло, если сокров получает. Вон, две шмотки было почти нормально. Не буду, а, я буду. Да у меня не вовремя взял. Взял, когда я мету вторую нажал, и экзекут пошел. Вообще пизда. Да ты мне лыс спамишь, я все. Да ладно. Палетно. Серьезно? Ты как я прожал красиво? Потому что я даже чат не читал, я хилбот. Ай, нахуй, блядь. Яу-рауру пишет. Да пошел ты нахер. Пошел ты нахер. Я жесткий. Характер, блядь. Толбоёб и ушел, блядь. Хорош. Колечко сразу упало. Давно пацаны РД тут не видели, да? Хоть поутаетесь, блядь, маленько. Кто с ней урался? Не Крайгаш уверал? Да, блядь. Ты демону отдали, блядь, на кольцо с духом. Я, блядь, демон нахуй! Тебе дух нужен. О, дай девственнику, сакр. Точно. Ты чё, я душевный демон, ты охуел, блядь? Кидай башку. Как это критхаст? Да и похуй. Член нужен кому? Кому? На инх. Мне на ретрика дай. Демон, блядь. Я демон один раз, я удалю нахуй спектр. Ебай! Сразу же. Вы чё, блядь? Всё, что ли, блядь? Я чё, блядь? Дальше. Как дела там? На этом, как там говорят, блядь? На свалке. Отпиздили. Где там вот эти уёбищные лема, которые откидывают, блядь, нахуй, когда не надо? Когда надо, блять, хуй дождешься. Я лайм резал. Лайм? Ну, я корону купил, хочу попить. БВМ? Лайм режу. Ты в метро что спустился? Ну. Корону взять. Так это вторая. Нет, это 19. Блять, Дар, дай нахуй этого РЭВа. Чё тебе надо? Ну, блять, тут нахуй лежит всякая хуйня фиолетовая, ты, блядь, не подбираешь нихуя. Ассист отдай. Бля, Нешер, я только сейчас открыл, типа, посмотреть, что там. В ДПС метре вижу. Фурика, который еле-еле обогнал протопала. Я не Фурик. Он не Фурик, во-первых. А какого Фурика? Он был два раза. А типа ты стакаешь раскол в армсе? Серьезно? Тебе удобно? Нет. Нет, ты не стакаешь? Ну кого это ебет? Нет, это ты не стакаешь, типа, или че? А вот теперь думай. Ну я так и думал. О чем мне думать? У меня показывает аддон, сколько это раз эту заветную кнопочку тыкнул. Так а что спрашиваешь? Бля, не заби ну нахуй тебе тарм, вставай фурика, блядь. А нахуй нам этот фурик? Давай в протике. Сейчас бы в этой помойке играть, блядь. На армсе, блядь. Чмарится имба. Где-то плачет СМЛ. Я вижу. Пуляй. Нет. Я тебя фуриком брал в рейд, а не армсом.
кикни. Возьмем нового перспективного. Того. Ну там кто-то ж у нас есть. Ну что, пацаны, я готов. А где крик на ХП? Так он вас есть. Теперь... Задушить, блядь, Дашера? Две минуты, ёбаный рот, блядь. Ой, блядь. Есть же, да? Где символ на, блядь, этот, на крик? Он дорогой. И ты хочешь сказать, что это топовый фурик этой гильдии? Ёбаный рот. СМЛ это лучше. Я там челиком говорю, у нас вар пиздатый. Блядь. Дай геру пацанам, которые упали, чё они. Вся хуйня там, потому... блядь. Блять, а тут такое нахуй. Что не снилось, блять, никому нахуй. Вот эти вот я да хочу потестить. Армс. Ты ж ходил уже тестил. То ж мод другой был. Как там по. Бомжи закончили? Нет, я еще тут. Как? Ты не бомж, у тебя хат на арбате. Смотри, я частенько забываю уже смысл этого слова. Сейчас скра живая до сих пор. Педики, блядь, искра. Где? Кра. Нам сокру. Сокро! Мне команда не надо дать. Сокро. Я дал уже, блядь. Ты говори хоть что. Я дал. Дал? Все это. Ой, что делать-то надо? Мелита, ёпта. Сокро! Чё, белые опять пропали, говорят? Нет, только что была. В смысле, только что было? Две черные подряд. Нет, только что белая была. Белая, вот белая. У меня пишет две черные. Это наркотик. О! Кстати, минус. А, я понял. Минус. А чё ты себя не хилишь-то? Я там тихо. Охуел, блядь. Оксис, дай бэр. Я только кидал в него. Он хочет уступить Синдору место на Алгаона, походу. Никакого нет, 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 нет. А чё, представь, будет говорящий со звездами Эмбер. Я озвучу, да? Искра, пацаны. Ебать, улетел вниз. Улетел вниз? Понимаю, это лучший сервер. Масонар не ушел. Ты в черную дыру, что ли, прыгнул? Вот эту. Вот что лучше? Офа или Сирус? Мы на Офе уже раза два или три, блядь, в текстуре проваливались. Забей, это... Там много раз проваливались. Сегодня, блядь, только... Через ну, мы играли. Не 5 играли, блядь. Черный бомба, уйти сейчас не успеешь отойти, если что. Пи! Замедленный. Ровка. Эх, жалко, мета на экзекут нету. Ладно, дам так уж мы. Долго еще ульдар будет существовать? Что ж он делает? Ну, лет 10 еще. Искрашми, искра там. Сокроу! Что?
Сака. Сакука. Сейчас два холипава лягут, брат. Тварь, блять, а. Пойти попросил Сакру. Все. Да, Нозер, я на тебя хейл кастовал, там 0-1 не хватило. Чтоб тебя поднять. Я на тебя боб кинул даже. Ну, то понял, Анозер? Ему жалко было шок. Ну и где, Няшер? Ну и где, блядь? Просто жалко шок было отдать. Ну шок был, я на него боб кинул, хейл кастовал. Чё по искре, пацаны? Амс, получается, разъебал? А чё по расколам, Няшер? Да чё по расколам вообще как? М? Как там, Мармс, ну, походу, соснул, да? О, смотри, я почти локов догнал в демоне, охуеть. Одного даже перегнал. Открываем, так. Ага. Вижу я такую картину. Какого лугарно там. Пока. Сендор, чё по расколам тоже? Свар в рейне. Да? Охуенно, блядь. Но только почему-то и он, и ты. Ноль стаков. Ну так ты вар ну, должен делать, не? Вар должен. Понятное дело. Не говорить про Сандра. Но, когда ты видишь, что вару похуй, можно и самому подстакать. У вара точно так же раги нет. В армсе, конечно. Варм не играть, блядь. Я тебе про фурик, пишем танц. И у тебя, блядь, нахуй двор даже в пати есть. Да, кстати, у меня нету, блядь. У тебя он в пати. Изи карка же двор. Ой, брать вот твари, блядь. Кого в рейд взяли? Я думал, что он на демоне так плохо. Оказывается, еще есть хуже. Районов, ой, блять, районов, все, блять, сидим, короче. Кто на демоне плох? Ебучих меток выйти, пожалуйста. Балбес вообще плохо. У нас бой висит из-за этой ебаной роли. Лужи! Жалко, Анозе. Ксена же. Да сдымается, не жалко. Почему? Да не знаю. Ясно. Но мне очень жалко, что Фони еще живой. Да? Почему? Он думает, что ты хаты это ему плохо завещал. Понятно.
какой-то ты агрессивный, Тризот. Тут у тебя писька маленькая. Ну, тебе, видимо, виднее. Не, я предположил. Нет, если бы ты предполагал, то ты бы... Не приписывай мне к себе. Ты бы уточнил это. Да. Ну, а ты прям с уверенностью это сказал. Видимо, тебе виднее. Он не тебя обосрался. Давай мы не будем говорить твои письки. Ты слишком много не говоришь. Ну, бывает. Так, смотри, ты, ну, начал эту тему насчет письки. Пожалуйста, успокойся, мне не интересно. Успокойся, блин. Пошли, Калагард. Пони, как только тебя посрали, ты сразу задний даешь. Ну, я никогда не ругаюсь. Я задний не имею, блядь, брата. Обосрали тебя? Ты не ожидал такого ответа, согласись? Я никогда не ругаюсь. Зачем мне? Правда, что твоя правда. Зачем мне доказывать? А кто ругался? Кто ругался? Никто не ругал. А кто задний давал? И... Чё, правда всегда станет явью. Там уже посмотрим. У кого писька маленькая, у кого язык длинный. Да, кстати, да. Тут ты прав. Жизнь все на места расставляет. Что именно? Ну, все, что угодно. У Синдора жизнь длинная. Живет уже много. Проповедник. Умру молодым, похуй. Надень ту, пожалуйста. Поставь шкаф. С ума не тратит. Чтоб потом время долго не тратить, пока почистим, пока придут. А вы подготовили там тренки? Это чарки. Армелон, да, я нет, еще не успел. Сейчас я потом сделаю. А кто у нас еще хилить будет? Бен Вианозер? Егор. Егор, если хила ДПС не будет хватать. Хотя уже ДПС не может не хватать. Не факт, мы Берсу ни разу не видели. Мы до нее не доживали. Ну, минус 7 лямов, это очень много. Понятно, да? Ну, Бенви тоже надо, и оно озеро. А да, вот да. Дерево, оно живет-то как-то плотно. Ну, и хилит меньше. Озеро Бенви тоже надо делать. Да. Поехали? А, так, давайте. Чё? Ну ладно. Воу, иди нахуй, но... Что там еще раз заяц, что мол спид дает? Да, три минуты КД мол спид лучше кататься. А другая? Уклонение дает. Уклонение. А, с мол спидом лучше было. Конечно, там КД. Нам надо, вот... чтобы когда сакры давали палы, они были все в мелизоне, ну как бы ближе к мелизоне. Но заяц дает 62 к выносливости, а кролик дает 63 к выносливости. Ебать. Заяц и кролик? Нет, это краб, но мне он нравится как кролик. Понял.
Я думал, что сижу, потерял галлон, и сижу там, болтаю за жизнь со СМЛ. Да сейчас придет мои писать. Почистим пока что пораньше, не освободится немного. Вон, Терн уже стартанули, нет? Нет. Там 5 человек онлайн. Походу они повелись на эту херню. Может быть. А видишь, скорее всего повели. Ну, а что, у нас есть этот, блядь, сливало какое-то или что? У нас пол гильдии таких. Есть. Рот ебал нахуй. Да, скорее всего, есть и не тех, один, нахуй, блядь. А у нас есть Фони, та, которая сливает инфу и Терн. А, да, уже у них канал есть в Дискорде. Фони мудак! Так я бы на вашем месте так бы не думал, что это кто-то из не мейнрейдеров. Из мейнрейдеров? Есть Фони, как бы. Да, да. Они с юга там общаются, они сосутся там каждый день, блядь. В руку свищи. С юга сосутся? Смотри, Пруфа, откуда? Откуда? А вот. Откуда Пруфа, куда Пруфа у тебя? А вот. Где ты их взял? В Дискорде? Где взял, там уже нет. Ну, нарабатывает. Го руки добивать, пошли безоружно делать. Го, поехали. Ты? Выбить. Выбиваем людей. В ту руку тоже бейте, которая 40%. Поехали. Не выбили. Не выбили еще. Все, добивайте руки одновременно. Го. Го! Поехали, красиво все делаем, ну. Убейте, может быть, уже нет, видевший смерть. У вас 12 секунд, раз. Да, но только вы одну только убили. А что, он умер сразу? Да, а у него было 10%, в смысле. Там Кливом его убили. А, блядь. Так, вот, он на Фурика вижу там. Где осколки? Можешь спросить? Колдовской камень, наверное. Так, нужна кому-то, нет? Колдовской камень, говорят, да? Парни, я тоже могу такой линкап. Ханта хуйня, да, нет? Нет, на все хуйня. На энха вообще все заебись, чё у меня? Хуйня же на ханта, нет? Нихуя. Нахуй вы, вы линкуете трини, который лучше, алло, блядь. Нет. Нет, все хуже. Ян, вот и Ретрик, и они вот этот линкуют, у них лучше, блядь. А у меня с меткостью. Который на силу прокает, блядь. Нахуй вам не знаю, блядь. Ну, смотри, у них прок на силу меньше, типа 260 силы. Там 856 АП. Это больше, чем 260. Но там КД 2 минуты. И да, висит там прок 20 секунд, а не 15 секунд. Непонятная хуйня. Это понятно. Понятно? Ну, конечно, понятно. Блять. Дело даже на аукционе нет. Я его на локом, блядь, скупаю, но в последнее время. Так фармить надо? Да нехуй мне делать. Я сейчас, типа, вышел такой на твинке, смотрю, блядь, всем стало похуй. Куча руды, куча, блядь, травы, никто не фармит. Да. Что стоит? Зефа, блять, его забирают, блять, вот он самый. Хоть выебал. Ну и так нихуя нет. О, балбеска что ли пришел? Балбеска, привет. Вакока. Да, балбеска пришла. Я пуляю, мне похуй. Вакока, балбес пришел. Поехали, поехали. Прятайтесь. Просто убей меня сразу, кот, и я чтоб лежал, просто ничего не делал. Хе-хе-хе.
Бля, ну встаньте в кучу. К стену. Жек, это с БК это осталось как-то. Уии, ДПС! Вопрока. Блять, я надеюсь, этого не будет на лаване. Инстан, просто инстан. То есть это сакра в демоне, что ли, Пьер? Да. Ой, я прямо... А мне боб дали. У меня нормально все. Блять. Я знаю, кто дамажит тут. Поэтому и боб дал. Сразу. Блин, а хоть паладина сейчас боб дать. СМЛ, оу, и нахуй. Сит нихуя, он спамит, тварь. Как там этот? Че? Да не, я хотел сказать, ну, знаете таких, типа, гроза, Killfire. Ну все, это пизда, блять, я стою в стане, он два раза в меня прыгнул, блять. Ну что, вот что я могу сделать? Пойдите. Не стоит в стане? Там сегодня статья была, кстати, на одном сайте, там, короче, на полуострове Адского Пламени рога с престом вырезали весь сервер. Блядь. Да ладно! Не слышали? Вот это брех ньюс, блядь. Это я слышал. Пиздец вообще, в ахуй, ну. Архивер хочу подчинить. На киберспорте.com. Типа вчера они просто фул этот остров, блядь, гангали. Какой нахуй остров? Hellfire, Peninsula, блядь. Остров, блядь. Полуостров Адского Пламени. Почему не Ашер? Hellfire, Peninsula, блядь. Почему не Ашер отлетел? Не... Потому что его в рекаунте не видно, поэтому отлетел. Поэтому его не видно, что он отлетел. Пойду попись. Завидует счастливому человеку. Кольцо спиздило, ДПС не поднялся. Пошли. Пизда вам, парни. А, блять, вы живучие пидоры. Балбес, а во кого ты сегодня приехал? Он вообще здесь, нет? Пить встал, пишет. Бывает человек на работу ездит, а потом пить встал. Здесь он работает, я в ахуе. Нахуй он ездит вообще туда? Ну, бухать. Я еще удивляюсь, что там платят ему. Ты больше выпил, там и платят, да? Кто больше в церковь? Из которых 20 на пьянку уходит, да? 10 на обратный билет. Съездил, называется. Как много съездил, да? Ай, блядь, что за лут, нахуй, а? Кому тут кольцо быстрее на успех, на танк? Ты хочешь всех убить? Ну, у нас есть еще 40 минут. Можем еще Хадира и это. Вокока. Вокока. Потом, чтобы время не тратить вообще. Вот. Вокока.
Ну, бля, понимаю. О, пацаны. Зин, зачем ты их сагрил? Да. То, кто сагрил, пускай сам и бьет. Танчит. Танчит. Та и бьет, пускай сам. Мне не помогает ему. И сам убежал. Хз, Ян, вон, Витя отдай, пусть он потестит. На контакте здесь поинтереснее смотрится. Чем декан ДК, по идее, вообще фигня полная. Вакока. Звучит даже какая-то африканская страна. Ваканда? Вакока. Че, все, умираем? Три сакры не резали. В смысле, блядь, вставай, хуль, чё валяешься? Не знаю, ну, блядь, чё-то, блядь, все блядь. Убежали, блядь, арест не прожали, я его, блядь... Ксен и... А, ну, блядь, Эвил прицепился, а Ксен специально, мудила, ёбаная. Решили арестнуть меня, решили. Сами бейте мне похую, блядь. Я это танчить дерьмо не буду. Мне это Ярика напоминает, помнишь? Сука. Я не буду эту хуйню хилить. Нет, я отказываюсь хилить эту хуйню. Так я говорю, это прикинь, Яцек с Эндом в один рейд, это ж был бы полный пиздец. До свидания сразу. Просто, блядь, начался бы Армагеддон, нахуй. Вселенная бы схлопнулась. Ставьте шкаф, пожалуйста. Давайте, свойте. Бля, почему так не рафляно во втором рейде? Когда мне пацаны тоже будут уже рофлить? Шкаф! Ничего, скоро порофлим. Да! Торими собрание. На Торими ХМ увидимся. Фу! Так собрание уже убивает других гильд. А вы что-то говорите. Непорядок, блять, Эрик. Непорядок. Да, больше их все равно присоединить никто не будет, так что это нахуй. Этерна Ультра чисто один день на Торими, так что. Ничего, пацаны. И вам денечек посидеть. Что надо. Там по бафам, по рыбе еще? Может там десятка есть, которая вайпается на собрании в десятке, блядь. Вы о чем-то говорите? Рот ебал. Ты знаешь, как нахуй у меня компьютер сломался перед прошлым мейнрейдом, блядь, и вся неделя по пизде пошла, блядь. Ну пошло. Неделя вся помотала меня по всем, блядь, помойкам нахуй. Которые только есть. Так мы в десятку не ходили, блядь. Ёп, да, ну блядь. Что, блядь? А, чё сплю? Разбейте. А чё, в смысле, вы не готовы были? Нет, я там... Блядь, разбивайте, алё. Аля, аля. Вот вы шакалы, блядь. Не шакалы, а черти, прошу, пожалуйста, не позже. Не было в одном рейде, всё. Тут все изменилось. Доминик. Теперь закон джунглей. Джунглей. Сагрил мобов так убегает нахуй. От костра уйдите, миль. Где, блядь, столбы? А один столб, блядь, в текстурах я увижу. Как ты увидишь? Опусти мне, пожалуйста, блядь. Я не буду раскрывать свои секреты, дабы меня, ну, не забанили на это. Он Нео из Матрицы, он видит код. Тетя Смит? Ну, тетя Смит? Чё? Тетя Смит? Дай сальву этому человеку на мать. Уже смерть. Дайте мастер на лёд, твари.
ебать, залагало у всех? Да, ладно, да, всегда так, ладно. Ебанутся, блядь. Можно подвигаться, молодые люди? Ебись. А мы когда-нибудь в этой жизни убьем его? До вот этой хуйни падающей, блядь, и лагов. Сакра не хит. Т5. Отъебись. Сакра не хит. Мне кажется, в Т9 он уже будет падать. Смотри, как демонолог здесь наваливает. Наша, блядь, ты где был-то все это время, нахуй? Так это ты где был? Ты чё, мету с пула жмёшь, блядь? Где ты был? Вижу лут, вижу. 75% крита so far. Понял. Так их всего, блядь, куб 12 штучек. Так я же с бесом, чел, ты понял? Я с бесом и весь в кри. Где вот мой это твой эколог? На фрей идёмся. Идите, чистите трэш. О, это, Хокси, спекнись, пожалуйста. Я пойду, блядь, дуну. Чё-нибудь дай дуну. В смысле, что? Есть лутер у тебя? Нет, у меня лутера, я... а, теперь есть. Там Soulfire, блядь, по 80 тонн ебашит, блядь. Что это про этот меня? Блядь, куш, я испугался того, блядь, он косколок не дал под балком. И там его, блядь. Сука. Кираса курильщик. А, гранильщик. Хоксис, смотри, показываю тебе фокус. Оп, вот так сделали, оп. Все, мы на том бережку. Ебать, давай, чтобы еще бес мой так же. Короче, бичи берешь, дозъеду, наполиваешь, притворяешься мертвым, говоришь. А можно так, да? И говоришь, на, и говоришь, нахер он сальто. Да. Кому токен не нужен? Хорошая тактика, блядь. Сальто тот лох. Токен никому не нужен? Да нахуй эти токены, выкинь их нахуй, сута. Босс. Че, пацаны, там по лоту нормально на кастер падает? Да. Зима, влетай, бля, давай. У вас другой танк, а я пошел курну что-нибудь хорошего. Давай, охуевший, 233 пухи еще. Ну все, Сакра, демона переименован навсегда. Это опять демона пиздат. Теперь ты главный черт гильдии. Сакра, зато демонам намного интереснее, чем этими афликами и дестриками. Да чел, я играл за демона в катаклизме, он точно такой же, как здесь, только ну, дамажит больше, блядь. И это кайфу, да? Просто ёбнутые. И это дыхание дракона, которое, блядь, Shadow Flame, блядь, дамажит. Все, все отличие, нахуй. Киш токен лол. Ай, блядь. Давай, мне есть никому не надо. На тебе еще это там. Я думал, что надо было под сандаливика взять. Сандаливик идет. Мне кажется, чертова рида не будет. Но... Не будет так, не будет. Да будет человек. Да там в третий уже не приходит. Мы твинами пойдем, ты в третий приходит. Король-то нахуй. Вот на второй, на третий рид допрыгнул. О. Надо свой линковать трени, подожди. Роль. Подожди. Рот свой линку. А, у меня есть такая триня, мне не надо. Еще где не было. Все, идите нахуй, время на... Уи! Миронов хэм? Хэш. Я бы не знаю. Чего миром в обычке убивать? Давай быстрее, пока меты есть. Давай. Влетаю. Ну там уже с Егором. Сука. О, да, Егор поменять меня, я на голову туда зайду. Нет, он тебя не поменяет. Поменяет? Нет. Да? Нет. Да. Мы в 2DC пойдем. Нормально. 2DC? 2DC пойдем. Нет, Синдор, ты в 4-й рейд идешь, как и я. Не-не-не. Да, я, да, пожалуй, да, откажусь от данного предложения. Нихуя. У меня хомяки будут. Нахуй хорошо. Откажусь, блядь. Я во все 4 хожу, блядь, вообще. В натуре, блядь. Охуели, блядь, я же в 4 рейда ходил. Да ты, блядь, говоришь так, как будто тебе это не нравится, блядь. Было бы 5, ты бы в 7 ходил, блядь. Это как ты? Ну еще пугов собирал, блядь. Было бы. Да, он бы еще пугов дособирал, блядь. Пацаны, давайте речь, у меня пугает, блядь.
после рейда. Нам нужен нормальный пуг-РЛ какой-то, там чтобы... Еврей, еврей, так у нас четвертый... есть, блядь, Эльдар зовут, ёп. Еврей Холи Палом идет четвертый, ты ДЦ. Все, я на Локе. Все, Лок. Няшер на маге. Там топ, топ рейд будет. Ёбнули что ли? Топ рейд из 5 человек? Если там на меня слотов не будет, я не пойду. А-а-а. Нихуя! А ты, Синдор, а ты, Синдор, идешь нахуй в любом случае. Ты хил, я ДД. Спаси. Ой, бля, чё это такое? Синдор, ты чё, коксакер, что ли? Конечно. Два, диспельните плес. Там гроза, пацаны. Тут же гроза есть, бля. Я не знал. Я, блядь, в миле первый раз, ничего не знал. Пиздец вы, блядь, нахуй. Ебать. Да в миле сложно играть, там говно все. Мне похуй, я напарников хилил фокусом. Тори. Каких нахуй напарник? Он знает. А что такой урон большой стал от этой хуйни? Потому что Трезот его никогда в рейд не поворачивал. И все. Так он на этот кидает. Причем ты это, он на этот кинул. Болезни или яды, что там, блядь? Ну яды, ну. Ну я диспелил, но я не, блядь. Так он никогда не поворачивал. Нахуй. Один не успеваю диспелить всю эту хуйню. Тотема нет, фони, тварь. Я не поворачивал в рейд, там просто сорвали, у меня таунт в КД был. Что это за хуйня вообще не кинул? Это что, гифка такая или что? Эрик, что это за хуйня? Это ты, блядь. Эрик. Это ты, Эльдар, тебе сказали. Это ты. После выпил 5 литров пива. При чем тут, блядь, Эрик вообще? Прямое включение от Релла. А у нас и Релл, он такой, он типа, ну, долбоёб. Понял. Понял, Сакра в шестой рейд уходит. Твари. О, можешь мне тоже в шестой рейд Сакра? Нет. Блять. Ты в четвертый идешь. Синдор, я могу тебе предложить, короче, ключи фармить. О. Давай. Дай голды. Охуенный с тебя фармер. Так у тебя голда за байер в ключах. Ну так. Мне нужен стартап. Охуенный стартап. Стартапчик, блядь. Молодые такие смешные. Все стартапы хотят. Особенно Сакра. А сколько Сакра? Уже 40 где-то, да? Мне уже 90, наверное, я не знаю. Я, блядь, пиздец, нахуй, вахуй. Ну, 42. Понял. До сих пор ни одной хаты на Арбате нету, блядь. 42 года. А у Фони сколько их? У Фони, блядь, все, что есть на Арбате, все его, блядь. Фоня, о, нахуй. Фоня, блядь. Это бизнесмен, а я бизнесмен. Вот это вот все. Че, Витя, тренер говно на ханта даже? Да он на хантанах хотя бы более-менее. Да на всех говно. Фони жрет бургер в перчатках из золота. Две мины какие-то, видите. В туалет что расходил или что? Бля, а как демонам тут играть? На этом боссе. Мету под плёточников. Это я понятно. Умираешь и всё, лежишь до конца босса. Это ты так играешь. Может, ты себе прокай, ты её сам нажимаешь. Да, прокай. Потому что есть какой-то путь, типа, ну, валидный. Ниндзя? Инвалидный? Да. Валидный. Две мины, я не могу понять. О чем Витя говорит? Объясните, пожалуйста. Да он в туалет сходил, говорит, две мины выложил. А, минуты. Блядь, мины, блядь. Мины в туалете выложил. С КД две минуты каждый. Блядь, вы там пьяные, сука, все. Тупо сортирный террорист. Бля. Так, рыбу поставь. Твари. Унитаз Хусейн, блядь.
кого огонь? Да, дай. Дай мазафа. Тамин-то он просто. Дайте поебалу. Фони, тварь, ты где? Сорян, еще две хаты на арбате, так упал. Бля, без фони не пойду. Эльдар, давай быстрее, мне крит готовиться надо, я пуни сушу страдаю. Крит нужен, бля, крит, блядь, надо. Где этот, блядь, бизнесмен? Егор Крит. Да, Егор Крит надо. Смотри, вот Эрнл от 3 человека онлайн. Каф. Что, а вдруг они все ревнули, типа, с гильдии погнали в этот? Друзья, добавь. Наварназ, блядь. А может они все ушли на БК, там ФК брать. Каражаны же захуяли. На Пламегоре там своя банка. Давай быстрее, блин. Сумоним же, чё? Я ж просил только на Алгалона меня взять. Охуевший такой, да, смотри, тварь. На Алгалона, говорит, меня только взять. Так тебе на Алгалоне я нужен, хрен за него война идет. Подожди, вот сейчас Егор придет через 20 минут. Так, суть в том, что у меня-то времени особо много нет. Чё страшно? Место решит по жизни все. Решит? Да, Рашид. Решит. Чек. А чё ты Каму и же братика взять не хочешь? Кама ушел уже. А, он же пить ушел. Точно. Работаем завтра, да? Да его похую. Поехали. Шабахнем, пацаны. Шабат? Шабат. А, Синдор на водяном. Джель на газовом. Топкаст. Блядь, я же нажал. Ладно, похуй. Дерево. Забрал. У меня дерево, другая дерево. Магия. Дерево. Беконы. Ой, бимы. Сука. Бля, как здесь тяжело. Так, 25 секунд до следующих мобов. Ждем. Курим. Заливайте босса, ребят. Чай наливаем. Рефимы, блядь, я макро складываю. Ебаный в роше делаю. А. Топкаст. Да. А он долбоёб, не вращение. Дерево. На, следующий Торим у нас. Ториме. Ториме! Бля... Давай пусть... Давай. Чё? Да я разговариваю, блин, с человеком, мне пишет, я им отвечаю. Ах ты с людьми разговариваешь. Давай ты с вами будешь общаться, пожалуйста, Дар. С даунами со всякими. Ладно, не буду. Общайся, пожалуйста. С тобой не буду общаться, с ним буду. Да. Я пошел нахер. Чё это за хуйло? Он со мной общается, Эрик. А, тогда... Ну выхер с ним общаешься. А чё это за плёточник? Подожди, пацаны. Да ты из какой текстур пришёл, блядь. Твари Джека. Это, блядь, не Ашера. Получается. Плёточник. Чё, блядь? А, кстати, не намазал. Няшер потерял. Дал боб, тварь. Да уешь. Сейчас. Места ещё нет. А, ну тогда иди нахер. А вот теперь, блядь, погнали. Да я лучше там. Видите? Нахуй. Мастер дал. Ты мастер? Мастер дал, да. А, собственно. Сосистер? Да я бы в Африке больше на ОЕ шел. Зека, почему я после того сказал, как ты сказал мастер, я вспомнил вчерашнего вара танк. А, охуительный. Потому что ебать. Пацаны, вы играли когда-нибудь от первого лица в Вов? Да. У нас челлендж был в цитадели адского пламени пройти рейд от первого лица всем рейдерам. У нас как в Скайриме. У нас вчера вар был. В инсте, который от первого лица танчил.
Он не видел ничего. Блядь, Эльдар, сейчас научишь? Он надеюсь, он надеюсь еще при этом, при всем, в Oculus Rift, играл, блядь. Типа VR, блядь, не? Еще Робалегар VR, блядь. Чего, блядь? Ты, блядь, своим китайским заебал уже. Так че, Эльдар, без меня трахните? Турима нет еще, ты же работаем. Нет, нет. Не, они без меня трахнут, а без себя Жек не трахал. Работаем же, Жек. Да ебаный в рот. Да ширак сам себе не купит, братик. Дерево. Дерево. Дерево, блядь, сейчас захилит. Касс. Блядь, ты мать стоит всегда, машет похуе вообще. Им похуй, да? Йо! И матч вышел сразу же. Всем охуеть можно. Ну сейчас что Дед Майза в черту садик отправляется? Ну мы сегодня решать бы он офицерский состав. Значит, понял. Понял. Ну вообще мы хотели, я хотел наказание сделать, короче, чтобы он сдал пятый рейд и искал сам себе людей. Дерево. Бля, короче, здесь можно вообще в три хила хилить. Хорош. Я чувствую себя вообще бесполезным здесь. А в касты что? Пол офика. Ну типа лову можете реально в три хила хилить. А что там нормально в лучах стоит специально? Не, ну такой конечно не прохилить, такой только в 10 хилов прохиливается. Скроу! Ладно, Джерем уже второй состав ко мне, так, он давно просится. Уже. Не, его в третий лучше. Не, он ко мне во второй просится, он мне нужен, мой мальчик. Окей. Секс будете делать? Конечно. Дерево. Он, значит, справился, попал во второй состав. Правильно говорить, дикий секс. Подписка пишет, ты сука. У тебя только со мной секс. Где мелкий? Я готов. О, дайте боб. Пиздуй. Няш, у тебя нет боба. Дал сокру, дал мастер, все, добивайте. А, стой, у Няшера боба нет? Дал боб, Няш. Ебать, кто его снял инстантом. Смотри, сука, подготовленный пацан. Да там... Я думал, там макрос у него стоит. Я таких пацанов, блядь, знаешь, когда видел, вышел нахуй. Дерево. Зен, походу, ты по столом ходил еще когда. Няшер хорош. Сейчас нахуй. Смотри, блядь, инстантов снял, блядь. Я помню, Сандаля бедный страдал. Так мы его предупредили, Зай, блядь, он да. бы сразу не понял, блядь. Пошли к этому, к реке. А вы, я шел уже к выходу, давай к выходу. Да сейчас дерево в жопе где-нибудь заспавнится, идем. Не ебим, не хочу ложиться. Ложись, блядь, заебал. Дерево. Перебега. Как там это, балбеска? Насрать всегда классно, да? Перебегать. Тварь получается. Тварь, да? Насрал ушел. Я фонин, бля, не надо было фигу. Эй, крит, вернись, блядь. Получается. Главное, чтоб крит был. Я не знал, что это фон. Я не хотел фридом давать. Пошли дальше, перебегайте. Куда вышли, блядь? Босс 700 тысяч КП, блядь. Метод уже на кайце. Чё? Бам! Кто полетит тот лох? Сколько лошков. Ты видел? О, осколок планира! Сэр! Нихуя себе! Я выше всех взлетел. Кот, ты чё охуел? Кот, блядь! Посох упал? Красава. В смысле, а кому мы отдавали уже такое? Это во втором рейде. Мы его зверя давали на его. Получается, ГЦ? Видишь, отдайте, пожалуйста. Так крафтовый лучше, Эльдар, там две дырки. Знаешь, где еще две дырки?
Где? Рассказывай. Тебе! Бля. Я умру. Но я умру как гир. А, нет. Отдал, блин. Че, Эльдар, я в магазин, да, пошел? Что, Риме? Ты че на демона не даешь кусок апнуть? Ебал, бля, СПД бафует, бля. Все, больше не бафует СПД. Эрик сейчас алгалон уже через 20 минут. А штаны ты? Да я их кизанул. Смысл? Так, я на этого, на Торима не пойду, я пойду после делать. Все равно там в мили не постоять, ДПСа нет, пошел все на. Можешь мили стоять? Мне не дадут мили стоять. И что, тебе мешаешь? Конечно. И говоришь, ты демон, не поп. Не, ну я встану. Берег тебе Торим, хм, все равно надо увидеть. Чем своими пацанами хуяли. Че увидеть-то? Делать, как стоять, где кому стоять. Да мне похер, ты сам придешь там. Ебать твари, блядь. Эрик, ну ты реально вот это вот вообще. Ты на Локи пойдешь, покажешь ему. Я на Локи с четвертым рейдом хожу. Блядь, че? Тебе придется пойти. Ты сейчас увидишь все и сам поймешь. Ну нет, ты сам покажешь имя, нихера как обычно не пойму на Торе, и все, и так из рейда в рейд будет. Как тебе такая идея? Ильдар отъехал. Ильдар работает. Работает. У нас минус 2 как раз двое не будет бегать. А сейчас сколько у нас милик? Обои не будут бегать. Раз, два, три, четыре, пять. Я милик, если что. Не. 8 миликов, пацаны. По 4 человека не стоит. Можно в НХ? Это ты меня учел? Если что, это, Ильдар, можно в одного танка? Бля, давай не будем. Ильдар, ты меня учёл? Я в тот раз татанчил в хэме в одного танка, Хокси с АФК был. Давай попробуем. Ильдар. У вас настолько много ДПСа. Ильдар. Ты не будешь мили стоять, милик 8, блять, алло. Всё, не будет демона. Уемана. Хочешь с танками? Ты можешь у меня постоять, Сак. Сака, ты можешь ко мне пойти демоном, ты будешь мили стоять, моё встать. Пошли вы нахуй, блядь, расстроили меня. То есть ты разрешаешь, да? Ну конечно, пусть стоит мили. Кто я такой, чтобы его запустить? Он приходит поиграть, пусть играет. Вот именно, блядь. Жизнь вот это кричит, чтобы еще в игре ограничивали. Пиздец, Эльдар не понимает этого. Блять, сидит нахуй за своим, блядь, ноутбуком в кепочке с пропеллером, блядь. Слюнка течет, блядь. Слышь, Эльдар, ну раз в одного танка, то я даже это танка гир одену. Окси здесь танчит, да? Мишек в такси. Чего? Зиэд опять заказали. А давно уже, блядь. Рыбу поставил, не знаю. Так, петухи давай. Постоянно обновляют охоту на меня, пидоры. Так. Кёнспуни тоже позак. Третья, четвертая пати, кроме Нефилима. И Фони. Демайс идет в туннель. Нефилим и Фони стоят тут. Я спойду туда, вы со мной зерно сливаете. Я пока, да. Они там 7 дадут, успеют? Давай Фони с нами. Фласки выпьете, только здесь нам. Вернее, везде надо. Поле. Вот их уйдет, и уйдет. Чек. Одного рукава держи, как это слышно. Ты заебался со своей расстановкой. Ой, жири, гури, бери. Сейчас взять? Сейчас взять? Да, поехали. Одни и те же приходят, блядь. Даже не все, блядь, приходят. Ты все равно кого-то расставляешь. Молодой человек. О, сука, блядь. Во втором рейде будете свои правила строить. Не, во втором рейде там вообще полный пиздец. Так что никто там правил не будет. Там полный анарх. Это Северная Корея.
ставлю метки. Так. Это не важно, что ты ставишь, потому что уже убили. Нет, где ты там стоишь? Бля, я не могу ставить метки. Ёбаный рот. Ген, ты можешь? Яша, ты можешь? Я поставил себе. Все, окей. Давай по меликам. Так, тренч 12. Оп. Оп. Сюда. А, нет, достаю до Зенда. Подожди, чуть назад. Вот сюда. Ставь метку. Так, давайте в эту метку. Блять, сюда еще метку. Далеко я... или нормально? Вот-вот я прыгаю, видишь, сюда. Вижу. Да нормально, подойдем, Усыч. Короче, здесь слева стоит у нас GL, Кен, Синдор. И пусть Изикат, иди сюда, в ромбик. На разряде надо будет отходить в другую, вот сюда, влево куда-нибудь. И возвращаться. Да, справа стоит, получается, Няшер, Оксис, Ян и Фейс. Четыре тела. Так, сюда давай. Сюда. Сюда метку. Так, здесь стоит я, Дармелон и Жек. Треугольник. Возможно, отцеплять будет. Ну, вроде нет. Так, сюда метку. Кто у нас в фоне? Балбес. В фоне Балбес и Вить. Иди сюда, Лону Вить. Там есть место. Дальше поехали. Сюда. Здесь у нас Нозер, Эвил и Еврей. Добро пожаловать. Нозер, Эвил, Еврей. Оставшиеся кто у нас? Демайс, Нефилим и еще один тут. Или нет больше оставшихся? Сакро. Сакро. В смысле иди отсюда? Я остаюсь со своими пацанами в Луне, как всегда. Мне ничего не видать. Похуй. Не, ну там другого челка ставили. Балбес, сюда, в череп. Балбес, а в череп. Ты знаешь, Сакра, тебе с черепа приятно можно будет или зону прыгнуть. Так ты можешь в демоне. Смотри, в демоне прыгаешь, чаш жмешь, костер и потом обратно в метку. Пикайся, блядь, демон, алло, блядь, куда хафли? В смысле? Тогда милисло давай. Блядь, ты дурак или что? Способность бьют в мили, придурок. Блядь. Посох Нефилима дайте лучше, блядь. Эвил, ты можешь стоять... А, ну все, ладно, стой там. Говорит, блядь. Эляра, мы где стоим? Мы в треугольнике стоим. Спекайся в этот ебаный спек, блядь, но не может, блядь, дать слот в мили, блядь. Спекайся нормально, что больше ДПС дать. Не дает места в рейнже, совсем ебануться можно. Блядь. Ты же понимаешь, что больше рейдов ДПС будет, если я Африком просто буду играть, блядь? Блядь, вы вообще рекурабе или чё ты, блядь? 8 миликов, алло, блядь, в рейде, алло! И чё? Я тебе говорю, ДПС будет больше, если я буду Африком играть. Рейдово. В данном случае. Конкретно в твоей ситуации. Иди нахуй! А хивай меньше, танк упадёт, пиздец. Вот сейчас танк упадёт, то будет твоя вина. Алло. Вы добьёте моба, нет? В этой жизни. Алло! А его отпустить можно? А, Жека, отпускай, всё. Только обратно вам кабель, пожалуйста. Сука, не выслал, это пошел. Вот там заявку ставили, пацаны. Посмотрите. Fired Mag Dub. Сука, даб. Даб, сразу отказан. Даб степ или что? Не, серьезно, не понял. Че это такое? Че за даб? Маг? Музыкальный жанр, когда а типа право. Зига. Так я спросил, ты дабстеп, что за маг? А, ну да, знаю такого. Жеки, оставьте ебаный в рот. Алло? Да я уже взял, алло. А, да. Работаем. Налево. А еще там не самый первый моб вышел. Они я взял. Катаются, что ли, еще? Че кто? Пауру, сотни завоевателя. А у нас один прист. У нас один прист. Вообще стакаются. Даже 2, 3, 4. Вообще стакаются, даже 2, 3, 4, 5. 4, 5, а 6 стакается? Эрик, 7. Вообще стакаются, даже 2, 3, 4, 5. А вот 6 проверить надо. Понял. Эрик. Да. Вообще стакаются. Стакается? Да. Даже 2, 3, 4, 5, 6. Стакается? Стакается.
Че вы несете, балбесы, блять? Не, ну всем привет. Опа! Опа! Балбеса, балбес! Работаем? Ты че, блин, на балбеса наехал, блядь, урод? Бля, он хилит, стоит, вы твари. Да, и пох. Залеть? Не с пулю-то, пока он не умрет. Ну и танчик. Мудаки, блядь. На ксенона. Я, говорит, съезжу на море, отдохну, говорит, блядь. Нервы твои подпороли, говорит. Да не, с этим мудаком на ксеноне, блядь, рейдить невозможно. Он, блядь, это пиздец нахуй не лупит. Да ты еще и Релла, блядь, не видел. Че у вас там умер тот? Можно Релла не умирать, пожалуйста? Есть его, Хокс, когда трэш закончится? Мочи его. Можно, блядь, выжить, пожалуйста, люди? Конечно. Да, вы просто ебанутый урон получаете, просто кончи. Где вы лутаете? Тихо, все, тихо. Встаньте по местам. У нас один инор только. Какого хуя, Сакра, ты здесь стоишь? Какого хуя ты, тема? О, блядь. Я метку спут. Витя, на пол будет? Видишь, мне неудобно, блядь.